Доброе утро, друзья. Витя, ты чего тут валяешься один? Где твоя львичка? Витя. А то мы сейчас с тобой разговаривали. Ты прямо так реагировал на упоминание об Ольге, да, Соломиной. И прямо такой весь лев-лев был с львичкой. А сейчас, где ее потерял? Кто отбил? Скажи, какая львица? Какая, скажи, любовь, да? Когда греет солнышко. Когда голубое небо. Да, Витя? Красавчик. Ой, кот улыбака, да? Витя? Кот улыбака, скажи, я хороший, добрый кот. Как хорошо, что тебя никуда не отдали, что тебя не забрали, что не сказали, чтобы тебя, не знаю, убить, уничтожить. Да, хорошо, что хоть тебя оставили в покое. Хотя вообще ты совершеннолетний и мог бы сам за себя отвечать, пришел бы в зал судебного заседания и сказал: вы хотите об этом поговорить? Давайте я сам вам расскажу, как все было, да? И что мне не понравилось. А так должен папа за тебя отдуваться. Ты вот это вот не выдержал, а папа должен теперь вот 2 года объяснять, что да как. Витя. Очень такой симпатичный лев. Красивый мальчик, красивый. Мама была белая львичка, да, папа рыжий лев. Ты такой симпатичный. Взял и от мамы, и от папы. Да? Муська чуть-чуть покоцанная. Это от любви львицы. Сразу видно, как только так вот такими чуть-чуть неглубокими когтями. Это после любви львицы разворачиваются. И по наглой рыжей моське лапами. Пчелки, травка. А так вообще умудряется быть гладеньким, ровненьким. У них все хорошо сейчас в праде. Я уже много раз об этом говорила. Они вообще не выясняют отношения в праде. Прямо удивительно, с каждым годом отношения все лучше и лучше. Все свои. И то, как в этом году приняли султана, Гирея, Руслана, Людмилу. Кстати, Людмила лежит вон там. Витя, к тебе... Нет, не та девочка. Вчера была Афина. А вон там с Персеем лежит. Она еще только входит в прайд. Но девчонки ее не обижают. Мальчишки сильно не подходят. Она еще молоденькая. Мы поедем в саванну. Поснимаем. Она такая не очень контактная, Людмила. Вряд ли, наверное, будет прям такой ласковой-ласковой кошкой, но в то же время все равно дает к себе чуть-чуть так подъехать, подойти. Да, Витя, что прошла мимо, вот это махнула хвостом, поманила феромонами и все. Ты кому подарила Фину? Взял бы под крыло Людмилу. Сеточка поближе не могу подойти, потому что перегонка стоит.
Красавец. Просто красавец наш. Поедем, посмотрим, где твоя Афина. Вчерашняя любовь, то прям вчера, ну такой лев, такой лев, прям не подойди к тебе. И потерял. Олежка, наверное, красавец отбил. А ты вот это вот лежи тут теперь, страдай. С любовью, Стайгана.